Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Сейчас я нахожусь на стенде компании Senix, и представитель компании расскажет о своей продукции. Расскажу вам о бренде Senix. Senix является собственным брендом завода Яд китайского. Это собственное производство. Вся линейка на единой платформе 18 вольт, собственная разработка, не какая-либо кооперация с другими заводами. Это все исключительно плоды собственного творения завода. То есть, начиная от шуруповертов, винтовертов, гайковертов, перфораторов, все разрабатываем, производим сами. Вот сейчас также начали производить бесщеточные сетевые ушемки для промышленного использования, высокий ресурс, надежность. Ну, все, что присуще профессиональному инструменту. Также мы традиционно являемся, сам завод основан более 20 лет назад. Изначально компания занималась производством именно садовой техники, триммеры, газонокосилки. И это то, на чем мы, как говорится, в чем мы профессионалы. То есть это триммеры, кусторезы, газонокосилки. Вот можно там посмотреть. То есть также все на единой платформе 18 вольт. Начиная от самых маленьких газонокосилок 18-вольтовых, заканчивая более тяжелыми моделями с самоходным движением, металлической дегой, уже с 40-вольтовым, с питаниями от 18-вольтовых батарей. Также есть в ассортименте у нас снегоуборщики, электрические, аккумуляторные, с разной шириной захвата, с разными дополнительными функциями, как вот у этой модели. Есть кнопочка для поворота выброса снега. Очень удобно. Подсветка, шнек металлический, полностью может гребет лед, раскалывает, все выбрасывает до 10 метров. Обе модели могут бросать снег. Вот. Также у нас, мы являемся, собственно, разработчиками. Есть новая линейка у нас, платформа X6, уже сейчас запустили на американском рынке продажу. То есть на платформе 60 вольт триммер, пила, кусторез, газонокосилка, все, что нужно дома. И также сейчас новая платформа 84 вольта, пила по своей мощности, производительности полностью уже заменяет бензиновую пилу. Также есть у нас системы хранения. В таких вариантах поставляем уже на склад. У нас пришла первая партия инструмента. В данном кейсе шуруповерт или либо другой инструмент в комплекте с батареей. Вот так это все выглядит, упаковано и готово к использованию. Вот. Из интересного, что у нас еще есть? Из интересного у нас есть холодильник. Может морозить до минус 18 и подогревать до 50 градусов. И поддерживать заданную температуру. Одновременно может. Видите, раздельная. Вот. Раздельные камеры. Либо можно использовать как ее одну общую камеру, вытащив перегородку. Либо раздельные камеры с раздельным заданным режимом. Гибридное питание. Сейчас вот он работает от батарей. Наших 18-вольтовых двух. Питание также от сети 220 вольт, либо от бортовой сети машины. Вот. Есть у нас вот такие автомоечки. Питание тоже от двух батарей 18 вольтовых можно налить, поддерживать давление до 60 бар. Универсальная насадочка, 5 режимов работы. То есть как бы можно помыть машину легко, велосипед, дорожку, мотоцикл. Очень удобно. Также есть новинки. Ассортимент тоже на 18-вольтовой батарее. Шлиф машинки, лобзики, циркулярные пилы, мультифункциональные машины, секаторы до 30 миллиметров. Перекусывает ветки.
сабельные пилы. И сейчас популярны очень в России мини-пилы. Все это у нас есть. Ну, с подачей масла, да? Это с подачей масла. Бачок. Это с быстрым натяжением цепи. Далеко не у всех есть. Чтобы это все было реализовано. Есть пауэр-станции на литионные, выдают 600 ватт, 1100 ватт. Также есть вот такие мини-пилы с бесщеточным двигателем. Все. Все у нас в основном с бесщеточным двигателем. Компактно, на одной батарее. Есть кофемашины. Два вида, два размера чашек. Готовят либо молотый кофе, либо кофе в капсулах. Вот. Капсулы вот. Какие подходят? Ну вот эти основные наши, то, что Nescafe, Espresso, вот такие делают капсулы, они подходят. Ну и вот такие вот очень удобные, с очень удобным хватом угловых швов машины. Ну так как бы о нашем ассортименте. Ну так сказал, не сказал, вот сейчас у нас новинка, это гайковерт на 2000 ньютон-метров.